Сегодня в Якутии отмечают День государственности. В честь знаменательной даты в Театре оперы и балета прошло торжественное заседание. Участие в нем приняло руководство республики и общественность. Традиционно с поздравительной речью выступил руководитель региона. Егор Борисов отметил преимущества, которые дало республике принятие декларации о государственном суверенитете Якутии. Прежде всего, Якутия и ее народ в рамках этой декларации выступает в составе российского государства на основе федеративного устройства. И во-вторых, Якутия и ее народ несет историческую ответственность за свою судьбу, за проведение своей экономической, социальной и культурной политики. Вот два момента эти и определили будущее наше развитие. Также во время торжественного заседания вручили награды людям, внесшим вклад в развитие республики, а несколькими часами ранее другое торжественное заседание прошло в Доме правительства. Там чествовали лучших представителей разных профессий. Среди награжденных звание народного художника Якутии присвоили Анне Зверевой, а артист театра танца Афанасьев стал народным артистом республики.